Приветствую вас! Мировой кризис близок как никогда. В этом году его не будет, но в 2021 году большая вероятность, что будет глобальный мировой кризис. И надо подготовиться. Это не мои слова. Это сказал российский эксперт. Естественно, причиной мирового кризиса он назвал коронавирус. Я с ним полностью не согласен. Полностью. Ну, во-первых, да, действительно, коронавирус влияет на мировую экономику, никто не спорит, но он вредит, но он и помогает. Да, действительно, там проблемы с поставками, с логистикой, это все есть. В любом случае, понятно, когда город на карантине, это бьет по экономике. Но, представляете, как взлетит производство лекарств? По всей планете, не имеет значения. Даже когда забудут про этот коронавирус, будут как ненормальные покупать лекарства. Как ненормальные. Причем достаточно будет сказать, что это лекарство может быть помогает, все. Громадное количество скупят витаминов, БАДов и другой всякой дребедени, которые укреплять будет ваш иммунитет. Это однозначно. Я абсолютно уверен, что появятся продукты, биопродукты, которые тоже позволяют укреплять ваш иммунитет. И тоже будет бешеный на их спрос. Головокружительный. Самые те же самые продукты, но просто по ценам другим. Не исключено, что резко вырастет спрос на здоровый образ жизни. Ну, то есть различные, там, начинающие развлекательные, отдыхательные, это все тоже. Так что все это будет. И если кто-то потеряет, кто-то на этом заработает. Вообще, люди очень склонны к панике. Когда они паникуют, они согласны тратить деньги необдуманно. На любые средства, которые спасают их жизнь. Да, ребята. Так что отдельные ребята и отдельные отрасли мировой экономики очень хорошо заработают на коронавирусе. Это раз. Ну и самое главное. Да, действительно, коронавирус может привести к тому, что по результатам 2020 года мировая экономика вырастет на 3,2%, а не на 3,3%, как обещали раньше. Вполне возможно. Вполне возможно, что по результатам, в результате коронавируса, рост экономики Китая в 2020 году притормозится. Ну, будет не 6%, а 5,9%. Тоже возможно. Хотя, может, за счет фармацевтики даже вырастет, не удивляйтесь. Чтобы вы правильно поняли, мировой кризис бывает только после мирового бума. Вот был у нас мировой бум, там как бы шарахнул, тогда кризис. Бума нет, ребята. 3% роста это не бум. То есть у нас бы где-то в течение 5 лет мировая экономика росла ежегодно 5-7%. 10! Согласен. Тогда ждем кризис. Но когда она топчется на месте, когда многие говорят, ну когда же будет рост? По этой причине заявления о близком мировом кризисе будут также часты, как разговоры о том, что коронавирус самое страшное, нет, чума 21 века. Ну, может быть и чума, но пиар шикарный.